Традиционное планерное совещание состоялось в зале заседаний районной администрации. По поручению Заура Хамирзова провел его первый заместитель главы администрации муниципального образования Кашхабльский район Руслан Ямыков. Руслан Заурбевич начал планерное совещание с приятной миссии – награждение сотрудников Кашхабльского телевидения в связи с 22-летием со дня основания. Вручая почетные грамоты за многолетний добросовестный труд, заместитель главы района выразил слова признательности коллективу профессионалов районного телевидения, благодаря которому всесторонне освещаются все изменения в жизни района, праздничные события и проблемные темы, спорт и культура, и, конечно же, судьбы земляков. Затем участники планерного совещания приступили к обсуждению основных вопросов повестки дня. Одним из актуальных по-прежнему остается оказание помощи семьям мобилизованных добровольцев и служащих по контракту. На сегодняшний день в данном направлении ответственными лицами проделан большой объем работ, которые будут продолжены. Далее были обсуждены текущие вопросы, в числе которых ввод в эксплуатацию объектов по программе комплексного развития села, ход работ в рамках социальной газификации, достижение показателей KPI, дерево целей и многое другое. В завершение планерного совещания Руслан Заурбевич поставил перед его участниками конкретные задачи, обозначил сроки их выполнения и пожелал всем плодотворной рабочей недели.